На Краснодарской, где сегодня активно шумят бензопилы, планируют кронировать около 500 сосен. Работает две бригады, привлечена спецтехника, три трактора и автовышка. Наше предприятие приобрело дробилку. Эта машина будет уже в феврале месяце находиться на полигоне ТБО. Машина будет эти ветки дробить в мелкую щепу, то есть проблема утилизации исчезнет. С февраля, когда в городе будет дробилка, процесс обрезки и утилизации заметно ускорится. Кронирование и спил больных деревьев в городе будет проводиться до 15 апреля.